Юные инспекторы дорожного движения совместно с полицейскими пришли в гости к учащимся 83-й школы Самары и провели урок безопасности. Школьникам предстояло пройти различные испытания, чтобы продемонстрировать свои знания ПДД. Готовились заранее, учили теорию, повторяли правила. На территории города Самара в последнее время зарегистрирован рост детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие пришлось как никогда кстати. Сегодня в школе номер 83 проводится у нас квест-игра по правилам дорожного движения. В процессе мероприятия дети повторят основы правил дорожного движения, основы медицины, вспомнят, как правильно ездить на велосипеде, также изготовят световозвращающие элементы. Безопасность на дороге зависит не только от внимательности и дисциплинированности водителей, но и пешеходов. Соблюдать осторожность и знать правила дорожного движения необходимо как взрослым, так и детям. Это пропаганда дорожного движения среди молодежи, детей. Это движение детей, подростков, которые участвуют в этой игре, вовлечены в этот процесс, вовлечены в знание правил дорожного движения. И, конечно же, оно транслируется и дальше среди детей. Вместе с полицейскими ребята повторили, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу. Инспекторы рассказали школьникам о важности световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить. Школа 83 последние годы является также территорией, где проходит безопасное колесо, конкурс детей для образовательных организаций промышленного района города Самара. Такие мероприятия все непременно нужны, потому что дети и повторяют все, что необходимо знать для безопасного пребывания на дорогах города Самары и на любых других участках, где они бывают с родителями. Дети эти знания передают своим сверстникам, приносят в семью, своим младшим и старшим братьям, родителям, бабушкам, дедушкам и всех, кто их окружает. В завершении игры ребята поблагодарили сотрудников госавтоинспекции и юидовцев за познавательный урок и пообещали не нарушать правил дорожного движения. Светлана Тимофеева, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.